пляжник после вчерашнего пожара. Три фотографии, остальные платные. Почему нельзя? Потому... Ну объясните. Вот. Вот так вот люди убирают последствия вчерашнего пожара. Горело где-то здесь. Охрана говорит, что хозяева против. Внутрь, что пускай. Бутылочки. Почему нельзя? Объясните. Вы эту границу. Вот смотрите, я журналист, вы мне препятствуете моей журналистской деятельности. Статья 171 Уголовного кодекса. Всем объяснили, что нельзя заходить сюда. Ну как, вон люди лежат там. А вот он даже алабун схватим. Снимают, да. Объясните мне, почему нельзя? Вот с этой веревки не заходите там, что хочешь снимать. Иди сверху снимать, сюда не заходи. Так а почему? Нельзя, потому что. Ну так объясните, это пляж, общественное место, я правда? Я понял вас, потому почему я не имею права снимать в общественном месте? Расскажите. Снимите на камеру. Я представляю, Саша. Я скрываюсь. Тебя понял. Вот расскажите. Я если можно не снимать. Ну вот объясните, почему. Нельзя, потому... Почему на пляже нельзя снимать? Ну вот расскажите. Ну вот видите, не хотите рассказывать. Еще один охран. Так как хотите. Сколько раз повторять? Ты можешь. Объясните, почему. Это частная территория. Нет, нельзя это не частная. Руки! Руки! Руки от меня. Братан. Руки! 171 статья Уголовного кодекса. Статьи знаешь, что да, такое? Знаю. Давай покинь территорию и все. Это покажи общественное мне. Место. Нет, это не общественное место. Это общественное место. Место. Это общественное да, место. Нет, это ну, стоим тогда. Ну, стоим, ждем. Стоим. Давайте давай. Вызовем полицию сейчас. Давай. Ладно. Вон. Вот блондин. Не знаю. Да? Да, угрожал. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. А, вот сейчас камера счет на меня смотрит. Крымная полиция. Потому что это общественное место. Отойдите, ты с ним снимаешь. Ну, я стою на дверях, что он у меня снимает. Снимай там все. Смотрите, вызов поступил, гласит о том, что препятствуете журналистской деятельности. В частности, вы. У меня есть на видео, где вы мне угрожаете. Да, да 171 статья. Угрожаю? Да. Я пишу заявление. Как я угрожаю? Посмотрим видео, сказать, как вы угрожаете. Покинуть территорию. Я был на пляже, общественное место. Мне сказали не разрешать тут, ну, снимать сразу. Я тебе сказал, что тут ты стоял, правильно? Вам. Почему? Кто вы такой, чтоб я вас слушал, да? Я охранник. Назовите имя, фамилию, охранное агентство. Я представлялся, показал вам удостоверение. Вы мне сказали, что вы такой же. Ну это моя личная ответственность. Упадет мне что-то на голову или не упадет? Если вам упадет, не дай бог, что-то вам на голову, да, то будет крайне. Крайне будет только редакция, которая мне послала.
Ну вот на пожаре, потому, например, мы, да? Тебя туда пустили. Вы же тоже работаете, бывает на пожарах, да, в оцеплении там или еще что-то. МЧСники работают, да? Мы работаем тоже на пожарах. Вот если на пожаре там или после пожара. У нас это просто будет несчастный что-то... случай на производстве. Ну а у нас точно так же на самом деле. Ну да, а потом страховая. Находитесь в общественном месте, это раз. Вам не нравится, что ваше лицо снимают, вы отвернулись и все. И вопрос решен. Вы отвернулись, и вопрос решен. Вы в общественном месте. Вы типа работаете или вы не работаете. Я не знаю, что вы здесь делаете. Да. Не хотите, чтобы вас снимали ваши лица, отворачивайтесь и все. Что давай, ты сейчас держишь камеру на меня направил? Все, снимай, давай, пошел туда, ну, снимай вот. Там. А все, вот давайте, я хочу не, вот не вас снять. Не конфликтуйте, делайте свою работу. Да. Ребята вас не трогают. Вовнутрь, конечно, вы не пойдете, потому что я сам бы вас не пустил. Ну вот, я туда не ломился, как бы раз.